Краснодар изнывает от пробок. У жителей города есть свой взгляд, как справиться с этой проблемой. Как часто вы попадаете в пробки? Довольно-таки часто. Каждый день. Вот только что с пробки выехала. Что вы обычно делаете в пробке? Стою, что ли? Думаю о чем-нибудь. Слушаю музыку и ругаюсь. Кто несет ответственность за пробки? Кого нужно наказать? Город, мэр. Ну, прям как наказывать? По ремням побить? Дорожников, наверное, с гаишниками. Как можно справиться с пробками? Никак. Пересадить всю администрацию на общественный транспорт. Надо расширять дороги, но их некуда расширять. Город перестраивать. А вообще, конечно, машину поставил, хожу пешком. Как победить пробки? Есть множество мнений, ведь у каждого свой взгляд на жизнь.